Импровизация на тему авиации. В Ненецком краеведческом музее подвели итоги конкурса творческих работ с мечтой о небе, приуроченного к 70-летию Наринмарского объединенного авиаотряда. Участие в конкурсе приняли 151 человек из 10 населенных пунктов округа. Самолеты из спичек, картона, пластиковых бутылок и тканей. Картины, выполненные акварелью и гуашью, эссе и стихи. Все это участники конкурса представили в номинациях «Декоративно-прикладное искусство», «Литературно-художественное творчество» и «Изобразительное искусство». Рисунков было больше всего, поэтому, отметили члены жюри, определить лучшего было непросто. Работы оценивали сотрудники музея, авиаторы, педагоги и художники. Все победители получили грамоты и книги о истории авиаотряда. Впрочем, впереди у творческих работ оценка народного жюри. Все работы мы, в общем-то, сделаем выставку, оформим уже непосредственно перед юбилеем нашего авиапредприятия, которое будет праздновать 30 сентября. Это будет выставка, скорее всего, что в КДЦ «Арктика». Вот, может быть, ну, посмотрим, может, еще мы как-то оформим и в нашем авиапредприятии, в зале ожидания, где вы, в общем-то, уезжаете в отпуска, и там, чтобы большее количество вас могло видеть. Подарки получили не только участники конкурса, но и Ненецкий краеведческий музей. За помощь в организации творческого испытания руководитель авиаотряда Валерий Остапчук передал в дар музею две картины художника Свешникова. Завершился праздник полетом на вертолете над Наринмаром. Такой подарок победителям конкурса сделал Наринмарский объединенный авиаотряд.